Ну, зачем? Когда достигнут такой градус этого самого наката, остается только как бы противостоять этому лирику, и другого просто не остается. Давай, так, я поддержу. Вот, но кто в курсе, чем я занимаюсь, знает, что очень-очень... Слушайте, давайте вот сейчас я скажу, потому что потом набухаемся, я забуду. Давай. Это вкусненько, кстати. Это вкусняшка. Да, так вот, пока Дэн вкушает замечательную вишневую настойку, вот, я вам скажу, что мы немножко, как обычно, вот, извините, информация книгоноша, да, или это самое, коробейником, мы немножко с собой мерча нашего прихватили. Вон там сидит Фиш, я к ней подойду после концерта. Там пластинки у нас, толстовка, мои картины в виде магнитиков и так далее. Понятно, что здесь уже большая часть народа что-то закупила, но тем не менее, если, значит, кто-то захочет, то потом после концерта к нам подходите, мы тут будем, мы с удовольствием вам это дело впарим. А вот. Уже заинтересовался. Во-во-во, дело пошло, замечательно. Кстати, у меня с собой тоже есть кусочек мерча. И у тебя мерч есть. Его совсем чуть-чуть. Ну, потом я дошел. Штучек 15. Да. Это вот такие вот значки. Underground, моя религия, там, ну и еще с другими разными цитатами из моих песен. Если что, то welcome. Так, ну что? Выкладывать их не имеет смысла, их очень мало. Не имело смысла. Не имело смысла. Ну что, ладно. Поехали дальше. Информацию мы до народа донесли, я надеюсь. Потом, может, в конце концерта еще напомним. Баркаролла. Называется «Стикс». Thank you.
меркнет Гесперов сияние, не приложен ход планет, вот и кончилось катанье, приближается рассвет.